Привет всем, ребята, вы как всегда на канале FromBet. У меня на 9 число для вас 6 прогнозиков, 6 матчей. 6 матчей, если точнее быть, то 7 прогнозов на 6 матчей. Это у нас будет чемпионат Англии на этом канале. Еще не решил, какие еще 2 прогнозика будут на этом канале. И на нашем втором канале FB Super, ссылочка на который в описании под этим видео, также будут 1-2 прогнозика уверенных. Кстати, всех поздравляю со вчерашними прогнозами, проходами. Это отличные были матчи, это были сумасшедшие, красивые игры, захватывающие, интригующие, все как мы любим. Стоит только отметить, да, Челси, который вырвал победу. Стоит отметить, конечно же, и Милан. Миланище 4-2 с Ювентусом, что сотворили. Ибра вообще просто пушка была какая-то. Уже конец матча был, счет 0-2, Ювентус вел. И тут на тебе. Не успел я отойти, там прерваться на просмотр игры. Возвращаюсь, уже счет 3-2. Вот такой мы любим футбол, за это мы его и любим с вами. Смотрите, что я подобрал на 9 июня для вас. Я вам сейчас расскажу, но прежде всем напомню про бонусный депозит до 10 300 рублей. Всем новичкам БК MLBet дарит такую халяву по промокоду, который указан в описании под этим видео. Ссылочка на мой твиттер, переходите. Обязательно все там должны зарегистрироваться, чтобы мы с вами были на одной волне, чтобы мы с вами ставили в одном месте, чтобы были одинаковые коэффициенты и так далее и тому подобное. Потому что бывает даже такое, что некоторых прогнозов люди не могут найти. Например, интервал на гол с интервалом на определенную минуту, или же удары в створ, или ЖК в первом тайме, или что-то. Такие вот небольшие замуты делаю я, и уже люди не могут найти эти прогнозы. Все очень просто, потому что нету в вашей конторе такого, а у нас она есть. Ссылка в описании под этим видео на твиттер, переходите. Ну что, приступим. Брайтон. Нет, какой Брайтон? Брайтон у нас прошел. Борнмут, Тоттенхэм, Атлетик, Севилья, чемпионат Англии, премьер-лига, и Ла Лига, чемпионат Испании, премьера. Два этих матчика сейчас я с вами разберу и скажу, на что мы, на что я буду лично ставить, а ставить либо нет, это уже ваше мнение. Поехали. Итак, Борнмут, Тоттенхэм. Заходим в линию, смотрим на этих ребятишек. Ливерпуль на первом месте у нас, 89-я строка. Его уже не догнать. Тоттенхэм на 8-й строчке, дышит в спину буквально Арсеналу. Ему нужны 3 очка. Он мотивирован. А Борнмут у нас в зоне вылета на 19-й строчке с 27 очками. Что тут говорить, ребятки, коротко и ясно. Победа Тоттенхэм, победа чистая, за коэффициент 1.68. Приступаем к следующему матчику. Это Атлетик Бильбао, Севилья. Севилья 60 очков имеет на 4-й строчке. Атлетико Мадриду дышит в спину. А вот Атлетик Бильбао, 48 очков у него. Перед Валенсией он прям стоит на 9-й строчке. Чтобы сдвинуть Валенсию, ему, конечно же, нужна победа. Но, возможно, победы здесь чистой и не будет. Хотел я зайти, ребята, на такую ставочку, как 1x, с хорошим там коэффициентом. Ну, все-таки я не рискнул. Я жду здесь голевой, в принципе, матч. И на тотал тоже я не рискнул. Вот такие два противоречия самому себе. Не то, что противоречие, а с осторожностью я хочу зайти на этот матч и взять просто отличный коэффициент 1.47. Это индивидуальный тотал Атлетик Бильбао 0.5 больше. Вот такое мое мнение на 2 матча чемпионата Англии, чемпионата Испании. Не забывайте ставить лайк, подписываться на все наши основные ресурсы. Ссылочки в описании под этим видео. Лайв в телеграм-канале у нас каждый день, как вы знаете. Ссылка в описании под этим видео. Оставайтесь FromBet, жмите лайк, не забывайте подписываться.